Израиль нанес удар по окрестностям Дамаска. К югу от столицы Сирии были зафиксированы несколько взрывов. По данным местных СМИ, ПВО Сирии удалось сбить две израильские ракеты. Военно-воздушные силы Израиля вечером 8 мая нанесли авиаудар недалеко от столицы Сирии, Дамаска, передает Associated Press. Сирийское телевидение сообщает об израильском авиаударе недалеко от столицы Дамаска, говорит, что противовоздушная оборона сбила две ракеты, говорится в сообщении. Ранее СМИ сообщали, что к югу от Дамаска были зафиксированы несколько взрывов. Напомним, ранее стало известно, что Израиль привел войска в состояние повышенной готовности. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.